Кровавые отпечатки, хот-доги из пальцев, гвоздь в руке. Это не фильм ужасов, а наши новые пранки на Хэллоуин. Смотри, развлекайся и ужасайся. Прежде чем разыгрывать друзей, я превращусь в вампира. Нужно только сделать зубки. Смазываем фольгу жирным кремом. Рисуем клеем объемные продолговатые капли. Это наши клыки. На другом отрезке фольги рисуем зигзагообразную форму по размеру верхних зубов. Когда капли высохнут, отдираем их от фольги и приклеиваем к нашей форме узкими концами вниз. Снимаем зубки с фольги. Готово! Такому обличью позавидует сам граф Дракула. Ну, держитесь, подружки. Новоявленный вампир устроит вам кучу мелких пакостей. Надеюсь, от этих зубов мне не захочется выпить чужой крови. А все страшно прикольные идеи ждут тебя на канале Трум Трум Селект. Ссылка в описании. Подпишись и веселись. Разыграю двух своих подруг «Не разлей вода» леденцом с паучками. Кладем в зип-пакет несколько кусочков шоколада. Растапливаем в горячей воде. Надрезаем маленький уголок. Рисуем на леденце шоколадных паучков. Когда застынет, заворачиваем конфету в обертку. Подкладываю леденец в рюкзак одной из подруг. Жуткий подарочек. Вторая вытаскивает его, разворачивает. Ой, на нем кто-то живет. Фу, гадость! Это ты специально? У меня тоже найдется жуткая конфетка. Угощу подругу глазиком. Снимаем обертку с конфеты в форме мячика и заворачиваем в нее желейную конфету в виде глазного яблока. Подкладываем ее в коробочку с обычными сладостями. Какой чудесный день! Подсластим его конфеткой. Бедняжка, чуть не выронила мой сюрприз. Наверное, ей не нравится, когда на нее смотрят. Где ты взяла этот хот-дог? Со съемок фильма ужасов? В булочке для хот-дога делаем надрез. Берем сосиски и с одной стороны аккуратно вырезаем неглубокий овал, имитируем ноготь. Делаем надрезы в форме линий на костяшках. Пальчики готовы. Наливаем в булочку кетчуп и укладываем сосиски. Глядя на этот хот-дог, так и хочется сказать: ручная работа. Он, конечно, съедобный, но есть как-то расхотелось. Какая прелестная букашка, так бы и съела. Но нет, пусть уж лучше она напугает подругу. Нам понадобится красное жидкое мыло и резиновая сороконожка. Откручиваем дозатор и запускаем внутрь милую букашечку. Закрываем бутылку. Бррр, сороконожка в кроваво-красной жидкости. Жутковатое зрелище. Подруга собралась умыться. Она тянется за мылом, но тут же одергивает руки. Сороконожка явно не вызывает у нее восторга. Да уж, увидеть такое с просонья — сразу проснешься. Жуть. Хэллоуин – время для кровавых розыгрышей. В клей ПВА добавляем красную акриловую краску и тщательно перемешиваем. Наносим на руку красный клей и оставляем на пергаменте отпечаток. Еще немножко наводим рисунок клеем из тюбика. Когда высохнет, аккуратно снимаем отпечаток с пергамента. Кровавая ладонь готова. Проверим ее в действии. Темной-темной ночью одна девочка зашла в ванную. Вдруг свет начал мигать. Зеркало запотело, и на нем появился загадочный кровавый отпечаток. Мамочки, выпустите меня! Пойдем проверим, кто спрятался в ванной. Похоже, никого. Вот только что-то случилось с полотенцем. Берем ненужное банное полотенце, которое не жалко выбросить. Нет, нож нам не понадобится. Это просто краска. Выдавливаем на ладонь красную акриловую краску. Равномерно размазываем. Ставим кровавые отпечатки на полотенце. Добавим немного драматичных разводов по бокам. В ванной на полотенце сушителе такой жуткий аксессуар напугает кого угодно.
Только не доведи друзей до сердечного приступа. Похоже, следы ведут к дивану. Здесь что-то есть. Нам понадобится игрушечное яйцо-сюрприз, резиновое глазное яблоко и жидкий лизун красного цвета. В яйцо заливаем лизун и кладем глазик зрачком наверх. Ну что, кто смелый, тот и открывает. Ой, это глаз. Какая гадость. Лежит и смотрит прямо на нас. Фу. А тут еще кровавая ладонь. Ну что за напасть? Как она не боится спать в такую ночь? Особенно, когда рядом происходят такие странные вещи. Длинный гвоздь перекусываем плоскогубцами на две части. На смазанную кремом фольгу наносим термоклей. Вставляем гвоздь в лужицу и ждем, когда остынет. Затвердевший клей красим кроваво-красным лаком для ногтей. Отрываем фольгу, лужицы фейковой крови готовы. Пока подруга спит, наклеиваем обе части гвоздя ей на руку. Ужас! Что произошло? Постойте, это не настоящая кровь. А вот месть моя будет настоящей. Прихожу разоблачать подругу. А она начинает фотографировать мою руку с гвоздем. А что, она права, выйдут ужасно прикольные фотки. Полная тарелка червяков, да еще и с гусеницей. Отличное блюдо, чтобы разделить его с подругой. Секрет этого блюда в воде для варки макарон. Соль смешиваем с маслом, добавляем черный пищевой краситель. И все разбавляем водой. В такой воде сварим спагетти. Они получились насыщенного черного цвета. Берем резиновую гусеницу, на брюшке делаем надрез и высыпаем наполнитель. Наполняем гусеницу майонезом с помощью шприца. Паста по-хэллоуински готова. Придавим гусеницу, чтобы она оставила белый след. Что-то подруга выглядит не очень голодной. Пропал аппетит? Ладно, съем сама, с удовольствием. А у меня есть вкусное печенье с оригинальным украшением. Подруга ненавидит пауков, так что это специально для нее. Растапливаем шоколад так же, как для паучков, на леденце. Рисуем на печенье узнаваемые фигурки. Сюрприз! Ой, помнится, она не очень любит пауков. А вот я смело ем с ними печенье. Ведь они шоколадные. Мой аппетитный хруст помогает ей преодолеть свою арахнофобию. Вкусно. Ну раз уж подруга так любит пауков, то у меня найдется парочка фейковых. Но они ужасно похожи на настоящих. Подруга оставила свое сладкое творение на столе. Добавлю немного резиновых паучков для лучшего эффекта. Она хочет сфотографировать свой кулинарный шедевр для соцсетей. Упс, похоже, шоколадные пауки пригласили в гости своих резиновых собратьев. Фу, дизлайк. Полакомимся зефиром. Он такой белоснежный, никто и не догадается, что там внутри. Разделяем зефир на две половинки. Серединку аккуратно вырезаем ножом. Помещаем туда желейный мозг. Добавим немного малинового сиропа с помощью шприца. Накрываем второй половинкой. Подруга откусывает зефир. Наивная, там внутри мозг. Интересно, чей он и где его владелец? Какая милая змея! Отличный ингредиент для моего хэллоуинского пунша. В глубокую посуду собираем самые ужасные желейные конфеты, какие только можно найти. У нас это глаза, пауки и длинная змея. Наливаем красный сироп и добавляем воды. Перемешиваем. Как аппетитно! Угощаю подругу кроваво-красным пуншем. Подходящий напиток для ее печенья с пауками. Интересно, что ей больше по вкусу, глаза, жуки или змея? Похоже, я угадала, и пунш ей понравился. А я разыграю подругу своим способом. Наберу красный сироп в большие шприцы. Пока она пьет свой пунш, я достаю устрашающий шприц и переливаю красную жидкость в стакан. Пусть думает, что это кровь. Да, кто бы мог подумать, что моя подруга так кровожадна. Мамочки! Может, не стоит больше над ней подшучивать? А вдруг она сейчас превратится в вампира? Что, испугалась? Да ладно, это всего лишь сироп. Время страшить и веселить друзей. А какие хэллоуинские пранки выберешь ты? Пиши в комментариях, что впечатлило твоих друзей больше всего.
ставь лайк этому видео, подписывайся на наш канал и жми на колокольчик. Впереди еще много интересного!